во Владивосток продолжают доставлять пострадавших в ДТП в Хасанском округе. Напомним, водитель туристического автобуса на маршруте Хунчунь-Уссурийск не справился с управлением, и транспортное средство вылетело на встречную полосу, а после на обочину. Первыми на место происшествия прибыли скорые Хасанской центральной районной больницы. Одновременно с этим им навстречу выдвинулись силы территориального центра медицины катастроф. В результате 9 человек были сразу еще вчера эвакуированы в Владивостокскую клиническую больницу номер 2 для оказания уже специализированной травматологической нейрохирургической помощи. Из них за прошедшую ночь трое было прооперировано. Пациенты, которые проходят лечение во Владивостокской клинической больнице, находятся в стабильном состоянии. В Хасанской районной больнице остаются 7 пострадавших. Двое сегодня самостоятельно покинули медицинское учреждение. Еще троих санавиации доставят во Владивосток. Мы согласовали эвакуацию еще 3 пациентов из Славянки с поражениями средней степени тяжести. Один пациент тяжелый, он пойдет в отделение реанимации. Его наши коллеги стабилизировали, поэтому сегодня центр медицины катастроф будет доставлен в наш стационар. Министр здравоохранения Приморья отметил оперативную работу всех служб, участвовавших в оказании помощи пострадавшим.